Во Дворце детского и юношеского творчества прошел региональный инклюзивный фестиваль «Дружба». Это событие, инициатором которого является Нижнетагильский родительский комитет, состоялось в нашем городе уже второй раз. Главная цель «Дружбы» – поддержка творчества молодежи и детей, а также вовлечение в культурную жизнь людей с ограниченными возможностями здоровья. Участники фестиваля показали вокальные и хореографические номера, посетили мастер-классы по фотографии и хендмейду.